Так, всем добрый вечер. Сегодня 21 ноября 2023 года. На данный момент нахожусь в Эмиратах, в Абу-Даби, так как лично строим Формулу-1, а непосредственно уже работаем сколько на протяжении 4 недель. И гонка, считайте, уже будет с 23 по 26, я извиняюсь, тут дети ходят. И как бы вот вышел погуляться. Я извиняюсь, была пауза немножко, после дети ходили. И что-то у меня камера плохо фокусируется в последнее время. Тоже извиняюсь. Вот как-то так. В Абу-Даби уже второй раз. То есть в прошлом году Формулу-1 строили. И сейчас как бы на гонке тоже буду присутствовать, посмотрю. Ну и потом уже тогда разбирать работу. А займет примерно до 12 декабря после гонки разбирать конструкцию и потом уже загружать в контейнера. Это гостиница с большой аркой. Ой, извиняюсь, что опять не видно, так как фонарь стоит. В общем, как-то так, наслаждаюсь погодой. Температура сейчас где-то 28-29 градусов на данный момент. Попрохладно стало. Все, спасибо за внимание.